Не. Алло. Предлагаю ГП ему въебать. По-любому. За, ну, это, без повода, не, да? Не то, что согласился, а рейда, блядь, целого нихуя. Так это в 25 раз будет. У нас 4 по 1. Без повода что обозвал. Да нажмите на сумон, нахуй. Юля, пришел сумон? Нет. Сейчас придет, смотри. Вот сейчас пришел? Да. А у джидотку никто вот, видишь, не ходит сумон. Вот тебя сейчас сумон. Сейчас я приду. Вот джидотка, да. Нахуй. Да, пришел сумон? Шо... Да. Ну все. Вот видишь, ебать, какой я скиллованный. Дал тебе сумон. Все, все присумонились, пошли. Вар... вар какой-то тявкает, нахуй. Тявкает, ну давай. Чем так с пекой? Левичка, заберешь миликов? Я кастеров заберу. Пробудители именно. Короче, чтобы не отсюда, быстрее, быстрее, быстрее. Хули вы встали, смотрите на трэш. Давай, ебашим, работаем. У нас тактика. Нет, там бомбу кинул. Кунка минус ебала, нахуй. Свожи. Я понял. Будете, алло, она. Алло, дайте им время, блядь, вы чё, блядь. Какое время, на что? Алканфел, Хисяка и Милфхант полностью, блядь, стоят чилят у входа на пул. Ой, никто, блядь, не дает, блядь. Чё за хуйня? Так что, блядь. А фонарь, ну, жизнь такая у танка, нахуй. Вот эта хуйня так и называется. Жизнь танка, нахуй. Судьба. Это пиздец. Я понял. Впервые такое вижу. Чё это за бабуизм? Бабуизм. Я топ-1 по бабуинству, нахуй. Жалко... О, все, Кунка отвалился. Жалко, у меня тайфуна нету, я бы вам поразъебывал. Пробудители убейте, сбивайте им косты, контроль давайте. Да, мой господин, да, да, блядь. Кунка закончился. Выбрал пробудителя, хуярю пробудителя, ебать. Кто так не делает, тот минус 1000 ИП, блядь. Немату там давайте, чтобы танк не улетал, чтобы вы не двигались кастер. По-любому, у нас там, блядь, немота, нахуй. Фонарь, фонарь. Не знаю, куда же ее деть, блять, эту немоту, вот наконец-то. В командира надо пихать немоту. Сказал человек, который пиздит фулл рейд, блять, куда же эту немоту деть? Да, реально. Мне кажется, если на твоего перса немоту кидать, там будет невосприимчивость, нахуй. Что рассказываешь на сказке? Ну ты пиздишь без остановки, блядь. Левичка, давай так же. Нет, нахуй. Ну когда перезашел, это другой человек уже сел играть. Я по делу так говорил. Я вообще не пизжу. Я только рассказываю, так. На рассказе. Блять, опять не алконфель. Да. Которую не знаешь, там. Ну ебать. Ну конечно, нахуй. Все, в следующий раз ты релишь, нахуй. Этот, алконфель, ты мне дал 3 осколка этой хуйни. Кому мне их передать? Юля, ты тут? Давай тебе на графиню. Положи, кому-то их передать там. Давай, я тебе, Юля, передам, а ты, короче, в банк положи, да, заебись. Ну, там вклад же вроде, он офицер. Кастер, мы им обы вот здесь, нет, говорю, около босса. Я уже сомневаюсь, что он офицер, если честно. Я не умею, нахуй, я не шарю. Да, это про это. Милфан, ты почему срываешь, алло? Не, на самом деле, Войда я люблю, вот. Ты не сомневайся там. А то... Некоторые тоже сомневались, драка, блядь. Драка! Почему все? Блядь. Мне что-то в этот... Фонарь будет танчить, слышите, мне... мне что-то Кратос пишет в рейд. Войд, потом в ПМ Войд. Ну напиши уже, что, блядь, тебе надо, нахуй, сука. Ну пока ты... Дай 2 токена. Как собака не отзовешься, то ну человек не отреагирует. Блядь, 2 токена, протоспек. Блять, ты такой. Кунка, там лишние мобы, кстати. А, если весь рейд просит, ну тогда вот и подъем тогда. Да я не видел. Я не видел, блядь, заебал. Короче, это, давай после РС-ки заебал, там шаман офнутый, и потом в Долоран к лаку портанешься. Опять Войд косячит. Да че я в соло трэш хуярю, я не понимаю. Вместе соло, блять, а это что? Ну, 3 я приста. Я стараюсь больше всех. Кунка на 4 месте. Кунка 2 приста обогнал. Я стараюсь, да. Постараюсь же. Ребать, если бы я мог, я бы тоже дотал, Андрей. Старается. Хорош. Он. Ну конечно, Эдик, тебе не сомневаюсь. Че-то, ну, я буду. 80% Забери милика, я отведи его. Я просто подчеркиваю твою важность, брат. Да просто спасибо, станы, брат. Станы. Спасибо, брат. Стан у нас не умеет это давать. Это не я. Мифик плюс? Мифик плюс, проценты добираем. Проценты. Я понял, нахуй. Походу, походу, слышите, души для этого, для посоха, нахуй, формятся отсюда. Да, репофарм вообще-то, репофарм. Не, это посох, это души, блять. Да, это, скорее всего, формятся с этих. Выше павших чемпионов.
Не фармятся эти бабы? Ну вот, я знал, что это ты, блядь. Это же ссылка. Это ты запулил, по-любому. Драконы. Фонарь, дай мне иннер. Стан. Даю иннер. Ебать. Топ рейд, нихуя, даже анонсить не надо. Командная работа. Все все сами анонсят. Командная работа. Да, командная работа. Ты не видел командную работу, блядь. Давайте на дракона первым, чтобы левичку спекнуть. А в ДД и путь. Чтобы Геру нажать, да? Да, Гера. Пошли, пошли на дракона. Там доп ЕБ дают, да. Давай. ЕБ? ЕБ? По ЕБ. Там вряд ли получится, сложно достаточно. Да это, пуляй нахуй, хули стоите. Не-не-не-не, там ЕП, там ЕП. Там дартуч. А, вы без лёд не хотите? Тут я понял. Не-не-не, стой, не все готовы. ДД, спекайтесь. Скорее всего, у тебя ассист есть этот. Давай, дашь отчет на 5 секунд. Все в ДД хил, спекайтесь. Хилы не нужны тут вообще. Я даже, блядь... Буду книжкинга покушаешь. Чё, все готовы там? Давайте отчет тогда. Все готовы. Дашь Геру. Давай. Ну, где отчет? Или вот чего вы ждете? Вот, вот. А, ну давай, давай тогда насчет 7. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Кто-то понял. Ну, кто-то спулил раньше отсчета. Я понял. Ебать, ЕП под угрозой из-за вас кого-то. Сука. Да скорее всего там этот мут или чё, эта хуйня. Все, ебашим. Дыхание только с подъебало его. Ай. А кто будет стоять там? Похуй. Его надо делить. А, снимите ступени. Фонарик, бля, что съебал. Меня трахнул. Даже договорить не успел, но. Да. Бля, всех лаги, бля. Жуха. Да. Вроде. По 10 тысяч пинга. Чё-то мне кажется, мы не успеваем, нахуй. Успеваем, она очень долго стоит, на мой хуй. А? А? Иступление. Не-не. Вот там уже нету ничего. Хуй примерно, но я не знаю где, но да точно не рядом с ее жопой, нахуй. Чё, блядь? Ебануться, нахуй. Ебать, ну, блядь. Его, короче, ебало, ему не понравилось. Вот так вот, блядь. Ну, да, блядь. Пацан. 18 тысяч, никого уже не удивляет. Молчал, блядь. Просто весь рейд, и тут выдает такое, блядь. Я понял. Я когда пунку ебу, я сюда выебаю. Пиздец. Дашь пацану помолчать спокойно, рейд пройти, потом он такую хуйню придумал. Войт, расставь нас из танков, кто какие. Ну ты на боссе, левичка две копии, блять, вперед. А может я возьму две копии? Хорошо, левичка на боссе, ты две копии, вперед. Ой-ой-ой. Все, левичка, иди на коня и пуляй этого гуся. В левичку на пул, все на пул. Так, ну самое главное рейндж набрать, чтобы не было 100 стаков, иначе может убиться танк. Я вас стану. А чё он такой крохотный? Кто-то кинул. А чё тебя кинули? А, реально. Кинули? Бай, как у Андрея был писюн. Левичку захильте, блядь. 5 хилов. Это, Мася, 0 маны. Мася, себе ману заливай сразу, блядь, бой еще долгий будет. А, они респектнулись хотя бы. Мася, уйди отсюда, я здесь буду держать. Да, а, ладно, да, респектнулись. Это, Юля, ну ты знаешь, да? На 33 перед 33% бабла ебанешь там, что тебя нет кинул и захиливай. Скажи мне, проценты тут даже не стоят. Блять, я тебе скажу. Это самое. Когда он скажет. Котяра есть, не холич, пускай подамажет. Короче. Ретрум, давай тотем ставь, Андертач гимн на ману прочитай, чтобы порезать им заранее ман. Блять, я забыл тебе сказать, нахуй. Ну все, нахуй. Опять пизда, будет, нахуй. Да я пока эту хуйню проговаривал. Все, повезло, блять, танки не сдохли, нахуй. Просто теперь захилим танк. Мне массакру сдал. До фазы. Ай, трахает. Ну красава. Лучший фонарь, лучший. Чисто фонарь нас спас. Фонаря кривать можно. Я только хотел сказать, что не повезло, это фонарь лучший. Не кто так не скажет. Фонарь спаситель рейдов, блядь. Не то, что некоторые нахуй руинят рейды, фонарь спасает, блядь. Даже наши. Просто пасет. Пацанов от вайпа, нахуй. Все, бежим. На этого гуся, на Заритриан. Страшные события, блядь. Страшные события еще впереди. Этого...
дракона до взлетки убили, я просто... Да, до взлетки. А что, это доп. ЕП, что ли? А сколько ЕП за РС? Ну да, столько же за обычного дракона. Тысячу вроде, да, там? Да не, нихуя. Тысячу, блядь, 150 ЕП, на. Да же. Не гуляй, блядь, мальчик, блядь. Че я посмотрю, нахуй. РС 300 ЕП, а за дракона сколько? Да 150-то дракон, нахуй, символически. Да не было нихуя там. Да не, давай. Есть там. Не, есть. Да. Есть. Чё, пуляем? Да, да, конечно. Он уже вышел, как бы. Кто? Но он не спулился. Если когда... он двигаться, да, он не спулится. Так работает Warcraft. Так, вроде не достает до вас, да? Целый мир Warcraft вокруг. А я бы еще отвел немножко вперед в стенке. Мир не такой, каким кажется он. А, ну да, я даже его не двигал. Нормалек, друголек? Негр. Уголю? В пене. Негр в пене. Негр в пене. Ну, в смысле, такой это торт есть, нахуй, что не знаю. Прогуливает. А чё у нас, блядь? Предлагаем ему минусануть. Прям в рейде стоят, чё за хуйня? Это тактика такая-то. Они же в танка вроде только пуляют, так что не страшно, в принципе. Ну, потом они будут ауешку давать ещё. Быстрее босса убейте, и все, ничего не будет. Все, быстрее, быстрее. Нажимай кнопки быстрее. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Сука, работаем. 1-1-1-1. Блять, я не могу бить, не могу бить. Что это было? Почему? А, это фир, я понял. Ты боишься. Автоатака. Автоатака. Короче, даю звездопад, похуй. О, все. Блин. Воет, а можно я попробую поставить так, чтобы мы сразу начали двигаться только тогда, когда да. Лезвие? Да. Вроде бы здесь его оставили. Дайте рыбу. Да. А, ну все. Да. Да? Да. Нет. Да. Нет. Где-то плюс-минус здесь надо да, входить. Да, да, попробуешь, хорошо. Так и быть. Ну если что, мне минусанут, если вайпнемся. Я все равно сегодня много сделал. Угу. Этот самый. Сейчас, короче, я раскидаю там пати. Может что-то неправильно там. Короче, в свету Юля остаешься с пристеной, два друида и Аритрум во тьме остаетесь. Самое главное, чтобы вы метку в лезвие не выносили. Так, давай посмотрим на пати. Так, Кратоса в тьму. Так, кто там в тьме пиздеть умеет? Арислина в тьму. Так, танчит свет кто? Фонарь танчит свет, я забыл. Или левичка? Нет, я тьму потанчу. Так, левичка танчит свет. Милфханта, значит, в тьму нахуй или кого? Давай этого. А пчи, я тебя в тьму ставлю. А подожди, ты один лок, нет, ты тут нужен. Милфханта, значит, тьму в пизду. Так. Свету я попищу. Нужно, чтобы во тьме кто-то попиздел. Кто во тьме там будет с голосом? Фонарь, короче, ты там будешь с голосом, и еще у кого там есть, и... А я не умею, там что там надо. И у Хисяки там еще голос есть, ну типа скажешь там, блядь, беги нахуй, метка там, что-нибудь, вот это хуй. В принципе, там оно видно нахуй, но если что, там увидишь, что челик тебе убегает. Все, чек на пол. Первая, вторая во тьме остаются, третья, четвертая выходит свет. Левичка танчит свет, фонарь тьму. Графиня с престолом остаетесь свету, два друида Шам во тьме остаетесь хилить. А Кунка. Кунка. Агдотка и Кунка. Тебя 5 шп. У меня 5 шп. Заебесь. Не будешь эвейдить? Фонарь или что ты хочешь? Не, ты хотел не эвейдить? Или эвейдить и во тьме поставить правильно? Кунки нету. Гоза эвейдил лучше нормально. И нормально на пулю вначале. Давай холич, короче, во тьме останешься. Отойдите назад. Окей. Думаю, у тебя одного там хватит перебить. Только где Кунка? Вот хороший вопрос. Кунка, так, кто где? В свете-то танчит? Я вас не слушала. Левичка? Вон, да, левичка. Угу. Левичка, ты плюс-минус тут. Всё. Я, если что, себе помогу. А стойте, а мы без OG дотки и Кунки пуляем? Ну и минус ВП. Кунка. Я в пизду пускай. Это разве правильно будет? Да, блядь, босса все равно убьем. Без всяких проблем.
А сейчас, блин, Левичка давно. Блять, Гера КД еще хуёво. Две минуты. До тьмы откатится, наверное, до второй фазы. Ну, Левичку напуливайте. Сука, Кунка, нахуй. Где ты там, блять, в толчке пропадаешь? А, скорее всего. Только, скорее всего. Бежали. Только без комментариев. Привет, Андрей. Ну, на, вот вы, блядь, 4 стоят. Вот какого хуя вы стоите? Ну, я осталась диспелила, я видела, я сознательно залутала. Скорее всего, магию сам может диспелить, да, скорее всего? Хуя. Я сама. Понял, блядь. Нянчишься с ними, нянчишься, да, Юля? Потом отвыкнут. Вот, говорит, Юлька не диспелила, блядь, ей ГП. Будут подставлять тебя. Я хотел диспелить, в итоге Юля быстро ВК назад. Ну, понятно, блядь. Метеор 3 секунды, дамага не хватает, блядь, 1%. 2, 1, и успели, блядь. Так, давай, заходи. Мы лут-то получим. Где голова тут? А, поставил. Все, поставил, заходим. Заходим. Надеюсь, так. Так, Холич, ты, короче, будь путеводным квадратом. Для а тебя. Чего вы два разных кемпа? Это в один взете? Давайте Геру нахуй. А, не, нихуя, Геру не вот, давать. Вот, на там. Тебе. Да я вижу, блядь. Этот, я забыл, что Гера КД, сука. Ладно, перед началом, наверное, фазы дадим. Мне кажется, пора двигаться. Да, пора. Медленно двигайтесь. Мне больше всего так нравится, когда ты от лезвия убегаешь. То есть танк убегает. Ну вот. Крантос. Только рейду надо вот так вот ровненько сбоку стоять. Ну, блядь, 4 хила диспел с Кратоса будет, нет? 2 друида и Эритрум, вы эту хуйню диспелите. Любой из вас похуй. Чем вам дольше фигня, тем больше лужа. Вот, блядь, лучше и не скажешь, нахуй. Давайте Геру. Выйдем уже с Герой, наверное. Бал. Третья, четвертая на выход. Сразу в портал нажимаем. Вот он портал, третья, четвертая, выходим. Метеор, отходим просто в бок и бьем дальше. Танк перебежал, нормально все. Фиарин. Так, графиня, выноси. Пристена исповедь под ДК. Милфхант вышел. Двигайся, фонарь. Я знаю. Ну я смотрю, ты что-то стоишь просто. Ну, потому что не дошло. Сори, сладкий, я знаю, ты умничка. Фонарь жесткий. На мне. Скорее всего. Сам себя, Юлька. Юлька побежали, не жди его. А, на танке, на танке, смотрите, можно на месте постоять. Все нормально. Давай отдыхание не первый. Ты так гроз бросить можешь. Мася. Видите, вообще что-то надо, не? Нихуя не надо, видишь. Просто танк тут соло выстоит, не? Да, ну так-то нет. Читков, видать, хватает. Плюс он прожимается еще. Ти. Перебежали. Боберсон вышел. У нас метки не кидаются. Бля, я удивляюсь Сирусу, нахуй. То ли две метки он пропустил уже, вот кинулось. Сам с диспелю. Да, я бы охуел, если бы сейчас это сделал. Чё бы ты охуел? Сука, вот же дотка нахуй. Я бы охуел, если бы ты не пизданул ничего, блядь. У меня просто мут в игре, прости. Да, ясно, блядь. Угу. О, покалы. Точно хапала. Хапаю тапочки, нахуй упала. Где мои запы, нахуй? Говно, блядь, там где мои запы? Сука, ну да, да, сниму. Окей. А пока вы ролите, блядь. Я поснимаю, давай быстрее будет так. Да, давай. 10-20. Жёсткая битва. 30, ну жёстче, давайте жёстче, блядь. Что за хуйня, 110? Что это? И в следующий раз 101 пиши, нахуй. Да? Это еврей, знаете, с кем? 160. О, Реслин. 200. Ты оф и перса, я если что начислю. Ну, оф, ну там начислю. Да, это не смешно, Кунка, давай быстрее, пожалуйста. Пиздец. Как попиздела бошка. А вы не поняли? Он делает как вы. Как мы?
Слишком да. Так, я просто смотрю, и такая же картина. 300 реслину закидываю. Так, дальше. Как вы? А ты как голос у тебя, как у попугая фонаря, блядь, сейчас был. Так. Хоть он и не говорил ничего, но, блядь, по его письму. Да, я одна. Он у меня на ключе. Юлька одна, графиня. Ну. Демон Саро. Вот почему я хапал, он не пошел. Поезд топовый. 10 эритрум, графиня 20. Сотка. Сука. Мне кажется, Бентли вас задушит. Ну-ка, что ну-ка. Задушит? Короче, я все ставлю. Сколько у меня там есть? Сколько у тебя? 1740. Бентли 2000. Все, Бентли. 2К поставил эритрум. А ретрум Бентли 2К поставил. Ставьте больше кто-то. All in, ретрум. Это 4350. 4400, блин. Чё? Не расслышал. 4400, да? Так, 4400 Бентли отдаю. Что у него больше нету? Отдай ему. Угу, всё. Так, чё там, блять, за дракона что-то добавляли, нет? ИПшку, типа? Да. За босса. 300 за РС-ку, типа. Чё, 350 дать? Ну, 400 кинь, типа, нормально будет. 350-400 на выбор на свой. Всё, 400 дал? Ну, всё. Всё, чилим. Типа, если какие-то десятки, есть какие-то предложения, блять, ну, у меня 3 часа ночи, нахуй, я не знаю, чё-нибудь такое, чё за 2 часа. А ТТГ когда? ТТГ могу сходить. ТТГ можно сходить, десяточку.